демонстрируется третий закон Ньютона. У нас есть две тележки. Покажите, пожалуйста, их. Одна из них с моторчиком, и на валу мотора намотана нить с крючочком. Вот ниточка. Другая тележка без мотора, такой же массы и тех же размеров. Сейчас мы проверим одинаковость массы путем взвешивания. Видно, что весы устанавливаются в равновесии, то есть масса тележек одинакова. Теперь мы эти тележки поставим на рельсы на некотором расстоянии друг от друга. Соединим их после этого ниткой. Тележки могут легко кататься по рельсам на колесиках. Кроме того, остаточная сила трения при одинаковых массах тележек также должны быть одинаковы. Поэтому, если мы теперь включим мотор, и нитка будет наматываться на вал, то внутренняя сила взаимодействия между тележками, которая обеспечивается натяжением нити, будет одинакова по третьему закону Ньютона. И тележки съедутся вместе, будут двигаться обе, остановятся в центре картинки. При этом суммарный импульс системы остается равным нулю, и после сближения тележек они должны остановиться, что мы и наблюдали. Давайте повторим еще раз этот опыт. Повторяем опыт. Мы видим, что тележки съезжаются и останавливаются, что показывает справедливость третьего закона Ньютона. Внутренние силы не могут изменить суммарный импульс системы.